Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я, Вика. Сегодня мы довязываем наш джемперочек. Вот, сначала мы доделаем переднюю деталь. Вот, значит, в источнике, как я говорила, что вырез горловины мы будем делать после трех этих лепестков. Но что я хочу сказать, я в источнике у нас как бы вот эти лепестки, они какие-то более объемные, да, и там приходится на вырез один лепесток. Вот то, что я вижу, девчонки, возможно, это не так, потому что я сужу по тому, что я вижу, может, там полтора, да, лепестка. Но я так понимаю, что одного очень мало, а двух как бы много. Поэтому я сейчас еще провяжу рядов 6 в высоту, но я буду делать только половину этого раппорта, то есть только эту часть лепестка. Вот эти две части я делать не буду. То есть здесь у меня будет чулочная гладь, и это будет задел на наш вырез горловины. Вот, сейчас я еще рядов 6 я провяжу, не больше. Ну вот, провязала я 6 рядов. Вот смотрите, просто я немножечко поднялась, да, и узор, вот видно, что он идет только сюда. Теперь вот здесь вот я разделяю, сейчас я передвинусь туда, потому что вот эту вот часть сначала буду вязать. У нас не будет, как в оригинале, у нас не будет никакой планки, все сделаем как в оригинале. То есть сейчас мы разделим напополам это вязание и по отдельности свяжем все обе половинки, при этом вывязывая уже. Так называемую планку, которая там просто не будет. Так, вот здесь у нас посередине 22 петли. 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. 26 петель, вот у нас же еще здесь 4, значит, 13 петель я провязываю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, и вот эту половину я просто оставляю, протягиваю, теперь буду вязать эту часть, значит, первая петля у нас будет кромочная, сейчас я ее провяжу, потом не буду. Здесь что я делаю? Изнаночную провязываю, лицевую, изнаночную. Вот так вот мы будем по узору вот эти вот три петли и вязать. Далее, вот в изнаночном ряду тоже мы их провязываем по узору. И со следующего ряда начнем делать сокращение. Значит, как мы делаем сокращение? Первую петлю снимаем, изнаночную провязываем и провязываем далее 3 петли вместе, то есть одну лицевую, изнаночную, лицевую мы провязываем вместе. Делать сокращение мы будем через 3 ряда в каждом четвертом. Вот после вот этих вот трех вместе мы следующую петлю провязываем изнаночной, то есть мы делаем задел на следующее сокращение. Вот, и теперь мы вяжем этот ряд до конца и еще 3 ряда, и потом делаем опять же такое же сокращение, после которого вывязываем изнаночную петлю и продолжаем так до нужного нам как бы количества сокращенных петель. Так, по поводу выреза, я сделала 10 раз по 2 петли вот эти сокращения. Вот смотрите, 1 2 4 5 6 7 8 9 10. Далее я не буду. Теперь же что хочу сказать. Да, получается 20 петель у меня здесь сокращено. Вы можете сделать вырез поменьше, во-первых, во-вторых, по не так глубокий. Вот это, то есть либо вы начнете его позже. Сейчас я потом уже в финале вам скажу, сколько глубина этого выреза как бы в обработанном состоянии. Вот, то есть, а вы уже будете ориентироваться на те цифры, которые вышли, как бы получились у меня. Вот, теперь, что я еще буду делать? В оригинале, и вы со мной согласились, прямая линия плеча. Но я немножечко, совсем чуть-чуть сделаю вот здесь вот скос,
чтобы, чтобы было чуть-чуть такое, чтобы улучшить его. Вот. Вы же как хотите, вы можете его не делать, вы можете довязать до конца вот этот раппорт, до конца доделать этот листик и закрыть все оставшиеся петли. Здесь я даже уже не буду озвучивать количество петель, потому что ориентируемся мы на вот эти вот 20, соответственно, делаем вырез либо меньше, либо глубже по вашему желанию, и оставшиеся петли уже у каждого будут свои. То есть сейчас я уже объясняю как бы общие, как бы такие детали, не основываясь на размер. А вы же свой размер, который начали, вот по этому и довязываете. Потому что я считаю, уже глупо считать каждую петельку. Вот. И здесь, когда остался как бы верхняя часть вот этого листика, я сделаю пару рядов незаконченными рядами. Опять же говорю, это не обязательно. Это как вы хотите. Буквально несколько рядов я сделаю незаконченными, чтобы приспустить вот этот угол. Вот буквально до конца раппорта. Да, вот когда закончатся листочки, так я закончу и делать эти незаконченные ряды. По 5 петель. Так, 1, 2, 3, 4, значит, еще 3. Поворачиваюсь. Здесь вот делаю воздушную петлю для последующего соединения и довязываю до конца ряда. Здесь уже сокращения делать не буду. Вот. Еще несколько вот таких вот незаконченных рядов и все. Вот, смотрите, 3 раза я ставила, сделала незаконченные ряды. Теперь я это все соединю и оставлю петли на спицах, потому что сшивать я буду плечевой шов по петлям крючком. Здесь я уже ничего не делаю, то есть новый раппорт не начинаю, а просто провяжу по узору эти петли. Видите, там уже ничего не будем вязать. Так, вот эту воздушную петлю со следующей провязываем вместе, чтобы соединить. А вообще в идеале вот так вот поменять местами. Видите, что было красиво. И изнаночный ряд провяжу и оставлю на спицах эту часть. Теперь я вяжу вторую часть полностью идентично вот этой вот. То есть здесь у меня будет изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот эти по 3 я буду сокращать. А вот это будет точно так же кромочная, одна изнаночная будет по всему краю идти. И все идентично, как вот эта деталь. Кто связал уже одну, то, понятное дело, свяжет и вторую. Значит, закончила я вторую половину. Всего у меня 5 лепестков, да, от начала до конца, 2 из которых у нас уходит на вырез. И спинку связала точно такой же, только просто здесь не делала вырез. 5 лепестков, и точно так же с обеих сторон я сделала небольшие скосы. Опять же повторюсь, их делать не обязательно, просто для того, чтобы вот здесь вот, ну, буквально 1-1,5 сантиметра у меня здесь уходит плечо вниз, вот чтобы оно красивее сидело. Так, сшивать я буду крючком, по петлям сшиваю и одновременно закрою петли горловины на спинке. Вот, значит, для этого я взяла вот крючок, это толстый, наверное, вот. Я взяла
3,5 миллиметра, как спицы. Это тоньше спицы, просто потому что я переодела туда вязание, чтобы освободить спицы для переда. Значит, беру по одной петле с каждой спицы и провязываю. Вот одна петля остается, теперь у нас будет провязываться по 3 петли. Вот так вот это у нас выглядит достаточно аккуратно. Вот красивее намного, чем закрывать петли и потом сшивать. Тем более, что мы сейчас закроем и петли горловины, ну, на спинке. У нас все получится красивенько и аккуратненько. Вот уже потерялась у меня одна петля. Так, значит, тут петли переда у меня закончились. Теперь что я делаю? Теперь отсчитываем, сколько у нас здесь петель. Так, 43 петли у меня. Я здесь ставлю маркер. Это значит, что вот эти петли нам нужно закрыть для спинки. Значит, что я еще сделаю здесь? Вот. Я буду закрывать двойной нитью. То есть здесь у меня еще одна нить есть. Вот отсюда. Передние детали. И я буду закрывать эти петли двойной нитью. Но не растягиваем, чтобы спинка не была растянута. Таким вот образом. Так, последняя петля. И теперь одну опять я оставляю. И дальше я буду сшивать одной нитью, опять буду сшивать плечевую, как бы плечики. Точно так же, только вот эту нить мы оставим, потом мы ее проденем. Вот, довязала я до конца. Сейчас просто здесь та-дам, закончу вот таким вот образом, и все. Теперь вот это нам нужно затянуть сюда. И осталось нам сделать рукавчики, девчонки. Так, здесь мы готовы. Эту еще подтяну ниточку. Обработать, и все, по сути, здесь мы готовы. Так, девчонки, последний наш штрих — это рукав. Значит, для рукава вот я расписала по размерам количество петель. Набираем петли, уже что там показывать, мы уже все связали. Набираем нужное вам количество петель, вяжем резинку тонкими спицами 8 сантиметров, это 26 рядов. И вот таким вот образом разделяем петли. Значит, по центру у нас снова 4 петли, по бокам 2 полосы узора, вот они 2. Во всех размерах я считаю, что это достаточно и больше добавлять не нужно. Вот так для рукава оптимальный вариант. Вот, и по начало и конец
вот такое количество петель, соответственно, для всех размеров. И вяжем высоту. Высоту у меня 1, 2, 3, 4 лепестка. Вот, ну, еще скос у меня там есть, я объясню. Сейчас же мы вяжем и добавляем в каждом, в четвертом ряду 1 петля. То есть добавляем здесь, 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 здесь. Через 3 ряда в каждом четвертом. Ну, соответственно, если считать сначала, то первый ряд будет пятым, потом уже в каждом четвертом. Всего здесь добавляем 23 петли на ту высоту, которую вот, которая представлена у меня. Вы же, девчонки, смотрите, здесь очень легко укоротить или удлинить рукав, в зависимости от того, ну, какого вы роста, да. Я здесь, значит, довязываю вот четвертый лепесток до 8 дырочек. Вот здесь вот, пусть на 9 и 10 я уже буду вязать незаконченные ряды. И вот до 8 дырки у меня получается 23 добавления в каждом четвертом ряду. Вот, то есть здесь не зави... у вас может быть меньше, может быть больше, в зависимости от того, какой длины вы вяжете рукав. Вот, сейчас я буду делать укороченными рядами по 5 петель. То есть не довязывать, я здесь буду по 5 петель. То есть я закончу вот этот четвертый лепесток и, в принципе, закончу рукав. То есть где-то на восьмом, на восьмой дырочке. То есть здесь у меня еще получится 4 ряда. Вот, и закончу лепесток, и все. То есть это где-то 5 убавлений у меня будет, вернее, 5 незаконченных рядов слева и справа. Так, значит, всего я сделала, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 раз незаконченные ряды с каждой стороны по 5 раз. Сейчас я это все дело соединю и закрою все петли. И далее для моих ниток мне не хватает просто намочить, разложить, мне придется утюжить. Вот, и я покажу вам детали уже в разутюженном состоянии. Сейчас я просто провяжу этот ряд до конца, соединив здесь петли, и изнаночный ряд соединю петли, закрою петли и разутюжу все. Так, вот, девчонки, как выглядит оно разутюжено. Все мне нравится, девчонки, я результатом довольна на 100%, вообще даже без сомнений. Сейчас я его сошью, осталось сшить, вшить рукав и сшить боковые швы. Вот, смотрите, это детали уже разутюженные, узор. Вот, смотрите, я же говорю, я очень довольна, мне все очень нравится. Вот. Так, мои девчулечки, показываю вам результат. Что хочу сказать, результатом я очень довольна, очень. Хотела измерить вам глубину выреза, как я обещала, чтобы вы ориентировались по моей глубине. Так, вот сюда. Где-то 16 сантиметров глубина выреза. Ширину перепроверим. Ширина 55 сантиметров, где моя схема, да, все правильно, 55 сантиметров, то есть все у меня совпадает. Длина, длина общая длина 60 сантиметров, и длина рукава, это для размера S, у вас будет, ну, в принципе, длина-то рукава будет одинаковая, и длина изделия, ну, длина рукава 53 сантиметра. Все, девчонки, сейчас еще на манекене, и все. Вот он, девчонки, мой красавчик. Вы знаете, я довольна, я очень довольна, прямо очень. Мне нравится результат, мне нравится из этой пряжи, как он выглядит, все мне нравится, я довольна. И, кстати, хорошо, что сделала этими незаконченными рядами, оно намного лучше здесь как-то естественным образом ложится. Вот, вот такой вот он красавчик у меня. Я довольна. Вы не очень...
Она так интересно выглядит, это кривая у меня, это модель такая изогнутая. Вот, манекен я имею в виду. Все, девчонки, вот такой вот у меня результат. Пишите свои мнения. Все, а сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.